Уходовые духи для волос – это и духи, напитывание вашей ауры, напитывание вас ароматом, и природное уходовое средство, которое наполнит ваши волосы, которое напитает ваши волосы. Напитает ваши волосы жизнью, и благодаря тому, что это живое средство, живые духи, созданные только из природных растительных компонентов, ваше тело, ваши волосы из этих духов, из этого мягкого уходового средства смогут взять именно то, что им, ему, вашим волосам, вашему телу нужно в данный момент. Это моя авторская разработка и мой природный ароматный уход за волосами. Уходовые духи для волос наносятся на влажные волосы после мытья. И когда вы наносите эти духи на волосы, вокруг вас сразу разливается аура из аромата. К каждому флакону духов прилагается открытка, на которой я подробно рассказываю, как именно нужно наносить духи на волосы, чтобы они ухаживали за вашими волосами и питали их. Благодаря этому особому способу нанесения ваши волосы напитываются той влагой, которая осталась в них после мытья. На волосах, благодаря уходовым духам, создается защитная липидная мантия. И это как такая тоненькая небольшая масляная пленочка, которая удерживает влагу внутри волоса, и благодаря этому волос имеет возможность напитаться той водой, той влагой, которая ему необходима. Но в отличие от разных синтетических средств, которые вы могли бы приобрести, уходовые духи для волос я создаю на 100% из натуральных растительных компонентов. И это значит то, что несмотря на вот эту пленку, на эту защитную липидную мантию, волосы все равно продолжают дышать сквозь духи, сквозь это уходовое средство. У уходовых духов для волос есть еще третье свойство. И это свойство – это мягкая, естественная укладка ваших волос. Она получается благодаря маслу, на основе которого я создаю уходовые духи. Это масло делает ваши волосы более плотными. Оно придает им объем, придает им блеск и дает вашим волосам наполненность. Вместе все эти три составляющих уходовых духов – это прекрасное природное средство для ухода за вашими волосами. Это поддерживает природное здоровье, природную наполненность ваших волос. Это дает вам глубокий контакт с теми ароматами, которые есть в уходовых духах для волос. Вы всей своей аурой напитываетесь этими ароматами. Ваши волосы напитываются влагой, маслом, ароматом. То есть в целом уходовые духи для волос – это наполнение и питание для ваших волос и наполнение и питание для вас. Давайте посмотрим еще на форму, в которой существуют уходовые духи. В этом флаконе 30 мл. И эти духи менее концентрированы, то есть их аромат менее концентрированный, чем у классических духов для тела, которые я создаю. Аромат у этих духов более легкий, более мимолетный, потому что волосы, они все-таки находятся близко к вашим обонятельным рецепторам. Для вас этот аромат будет достаточно интенсивен, и сразу он раскрывается как пространство, как аура.
Это не флакон-роллер, как классические масляные духи, которые я создаю. Это флакон с пипеткой. То есть сразу достаточно большое количество духов попадает сначала к вам на ладони, а затем и на волосы. И через волосы напитывает вашу ауру. Весь процесс взаимодействия с уходовыми духами, от момента взаимодействия с самим флаконом, процесса нанесения, распределения духов по вашим волосам и затем пребывания в ауре этого аромата, напитывания ваших волос, это как ароматная релакс-спа-процедура для вас. И также это глубокий ритуал погружения в аромат, погружения в новое для вас пространство. И этот ритуал напитает вас новой энергией, напитает вас той энергией, тем, чего вашему телу, вашим волосам, возможно, не доставало, так как это живые духи, так как это живые растения, духи, которые созданы исключительно из природных компонентов. Из них ваше тело, ваши волосы смогут взять именно то, что им нужно. Именно то, что нужно в этот конкретный момент. Именно поэтому достаточно сложно сказать, какое время аромат будет сохраняться на ваших волосах, потому что это живая субстанция, это живая материя. Если вашему телу нужен этот аромат, оно может его впитать очень быстро, буквально за полчаса. А в другой момент те же самые духи из того же самого флакона, аромат их на ваших волосах может сохраняться и несколько часов. Поэтому здесь все зависит от момента, от вашего состояния, от того, что именно нужно вашему телу здесь и сейчас. Если вы хотели бы погрузиться в этот опыт, напитать ваши волосы, напитать себя и свое пространство ароматом, то внизу в описании под этим видео я оставлю ссылку на каталог уходовых духов для волос. Там вы можете познакомиться с этой формой подробнее, прочитать про те ароматы, которые можно приобрести в этой форме. И также там вы можете приобрести уходовые духи для волос. А я с радостью создам их для вас.